Всем привет, с вами Евро74, и мы продолжаем проходить Готику 2 Ночь Ворона, и мы направляемся в Миненталь. Тут стоят паладины, но нам же дали ключ, чтобы мы смогли пройти. Ты уверен, что хочешь пойти туда? Боюсь, далеко ты не уйдешь, там орки. Если есть путь в долину рудников, я найду его. Хорошо, тогда иди. Иди, сына, со мной. Спасибо. Я тут дверь оставлю открыто, ну, на всякий случай, да. Все. Мы еще, конечно, не в Миненталь, как вы поняли. Так, нам тут волчки попадаются. Ой, молодые еще. Неопытные волчары. Кстати, забыл сказать. Видите, я тут с дурочным что-то хожу и хорошо и начал драться. Я прокачался до 23 уровня. Прокачал себе силу там. Ну и всякое такое. Научился подкрадываться. Карманичить. Нормально, ловко себе прибавил. То есть уже я более такой сильный стал. Не то что был. Такой хилый. И там мы видим орков. Не орков, а орка. Но не советую вам идти по такому пути. Можно просто тупо обойти и подраться там с гоблинами, с крысами и с волчками. В конце концов, они нам уже не страшны. На. Мы уже с одного раза их мочим. Нет, не с одного. Да шо ж вас сколько там, а? Я пока что боец только с дурочным. Этот дурочник я забирал, когда был в Яркиндаре. Не помню, кого забрал. Телохранителя какого-то. Так, кто там у нас? Гоблины. Ну что, давайте с ними сразимся, чтобы опыт получить. Так, вот они нас окружили. Мы же сильнее их уже. В конце концов, у меня уже много очень жизней. И все. Золотишко. Да я еще себе там зелье прикупил. В общем, можно сказать, я отлично подготовился. Ну, может, не отлично, но подготовился уже нормально. Чтобы идти в Рудниковую долину. Потому что там уже орков море. Проверим, как я с лука пуляю. Подойди сюда. На. Прикольно. С одного раза убиваю. И пошлите в Миненталь. Так, лучше сохраниться, то у меня бывает тут ошибки выходят. Когда я начинаю заходить в другую локацию. Так, видите тут. Это, кстати, знак орков. Видите, череп чей-то. Флаг такой ободранный. И вон знак орка. Это оркский знак такой красный. И вон лагеря их. И тут мы видим ночь. Помните это место? Это там, где мы еще появились. Первый раз. Сейчас тут ночь. Кстати, я не помню, что там теперь находится наверху. Что-то я не так начал залазить. Ничего нет. В общем, Рудниковая долина полностью изменилась. После падения барьера здесь такое тут случилось. Видите, тут уже меньше природы, так сказать. Словно ядерная война была. Ну, вы думаете, помните, так видео пропускаю.
все равно не снимают фрапс. В общем, там показывало, как на оставшиеся куски старого лагеря напал дракон. И сжег почти всех. Да, куски старого лагеря, ё-моё. Чёрт. Ну, сдохни уже, а. Достали. Чё не деритесь? Меня убьют сейчас так. Конец. Так, нужно тут быть аккуратнее. Тут орков очень много, они тут блокаду устроили в старом лагере. Нам срочно надо как-то пройти. Блин, а, я уже не помню, как пройти. Я все время это бегал тупо. У меня же зелье ускорения есть. Может его использовать? Да я уж и не помню, где надо войти. Это еще кто такой? Что ты здесь делаешь? Я пришел из замка. Меня послали поискать пропавших и разведать эту местность. Ты можешь помочь мне пробраться в замок? Конечно. Но ты должен оказать мне услугу. Если тебе удастся добраться до замка, поговори с паладином Ориком. Скажи ему, что его брат погиб здесь, у прохода. Ё-моё. Нет, не поможет, гад. Там снайперы. Ладно, давайте пойдем по секретному пути. Да, и в первой части он, кстати, тоже есть. Просто я сюда не заходил. Так, что тут у нас? Свиток какой-то. Что за звуки? Поплыли дальше. Блин, сколько ж там орков, а? Фу, с бога. Где мне зелье ускорения? Сколько он там будет? Не знаю. Побежали. Офигеть, да сколько орков. О, маги, уворачиваемся. Варги, блин, давай быстрее. Так, вот это арена бывшая. Видите, тут уже вообще много чего изменилось. Блин, надеюсь, у меня это спит подействовать. Ура, мы добрались. Осталось тут понять, черт. Куда побежал, блин. Фух, успели. Чё, ага. Мы добрались до старого оставшегося лагеря. Так, знакомимся. Так, чё? Тебе крупно повезло, когда ты пробирался сюда. Я чуть не застрелил тебя. Тогда, наверное, я должен радоваться, что у тебя такой острый глаз. Не стоит трепаться попусту. Поговори с Синградом, если тебе что-нибудь нужно. Я знал, что кому-нибудь это удастся. Ты прошел через проход? Наш посланник смог пробиться, да? Нет, ваш посланник не смог пересечь проход. И я пришел по приказу лорда Хагена. Проклятые орки! Но командующий Гаронт наверняка захочет поговорить с тобой. Ты найдешь его в этом большом здании, охраняемом двумя рыцарями. Где я могу найти снаряжение здесь? Там распоряжается оружие. Управляющий Энгор отвечает за все остальное. А что насчет магии? У нас есть свитки с заклинаниями. Если тебе понадобится один из них, дай мне знать. Спасибо.
Но мне зелье с ускорением не надо больше. Меня чему-нибудь. Поговори с Милтоном. Он здесь единственный маг. Слышали, да, Милтон. Все же он выжил. После той бойни с магами огня. Ой, воды. Давай с ним поговорим. Вот он. Посмотрите, кто вернулся. Наш герой из-за барьера. Рад видеть тебя, Милтон. Ты все еще здесь или здесь опять? Опять. После того, как барьер рухнул, я вступил в монастырь магов огня. Но когда стало ясно, что паладины хотят отправиться сюда, мой опыт и знания этих мест оказались весьма полезными. Поэтому было решено доверить мне эту священную миссию обеспечения магической поддержки этой экспедиции. Ты помнишь Борна, Диего и Лестера? Конечно же, я помню парней. Ну, Борн и Диего не ушли далеко. Их подобрали паладины здесь, в долине. Лестер исчез. Впрочем, и я понятия не имею, где он сейчас ошивается. Я встретил Лестера, он теперь с Сардосом. Ну, хоть какие-то хорошие новости. Ну, а у меня нет ничего хорошего. А где сейчас Горн и Диего? Ну, Горн сидит здесь, в темнице, за то, что сопротивлялся аресту. Диего прикрепили к отряду старателей. Спроси паладина Парсиваля, он отправлял этот отряд. Пойдем, освободим Горна. Ну, проблема заключается в том, что Горн осужденный заключен. Но если нам повезет, Гарон согласится на сделку, и мы сможем купить Горну свободу. Да, может быть. Держи меня в курсе. А какие у тебя здесь обязанности? Изначально я должен был проверять магическую руду. Но она здесь редко попадала мне в руки. И теперь я сосредоточился на изучении алхимии. Пошлите, теперь поговорим. Ух ты, так у меня до сих пор еще действует ускорение. Сколько он там действует? 10 минут, что ли? Стой! Ты кто такой? Вопрос не в том, кто я такой, а откуда я пришел. А пришел я через проход. Ты все еще хочешь остановить меня, или, может, я все же пройду? Ну откуда же я мог знать? Конечно же, ты можешь пройти. Да. А, все уже закончилось. Вот и ладно. Так, видим тут уже. Атмосфера уже поменялась. Уже не совсем так все выглядит, как в первой готике. И вот Гарон сидит. Откуда ты взялся? Ты не из старателей, и ты не один из моих людей. Так кто же? Я пришел через проход. Через проход? Ты действительно прошел там? О, Инос всемогущий. Зачем ты прошел этот путь, маг? Я пришел от лорда Хагена. Он хочет, чтобы я представил ему доказательство присутствия здесь драконов. Так ты пришел, чтобы получить эти доказательства и исчезнуть опять? Да, именно на это я и рассчитывал. Так ему нужны доказательства? Он может получить их. Но я не могу отправить тебя назад к лорду Хагену, не предоставив ему информацию о руде. Послушай, лорд Хаген должен узнать все о ситуации здесь и о том, сколько руды удалось нам добыть. Хорошо. И что ты хочешь, чтобы я сделал? У нас здесь в долине 3 отряда старателей, но я еще не получил от них ни одного куска руды. Посети все 3 шахты и доложи мне, сколько руды они добыли. После этого я дам тебе письмо, которое ты отнесешь лорду Хагену. Ну хорошо. Похоже, у меня нет выбора. Да, она подопрашивала за счастье, а на это я прощаюсь, сейчас, погодите, вылечусь. Так. Ну что ж, мы там заканчиваем прохождение. Спасибо за просмотр, комментируйте и пока.